Привет, пацаны и девочки, с вами Тага, и добро пожаловать в очередную серию нашего канала. Сегодня мы будем говорить о том, с чего же все-таки играть. Так часто вы задаете этот вопрос, не утихают споры, винил или CD, флешки, компьютер, в общем, вы постоянно переживаете за то, что кто-то о вас плохо подумает, и в этом основная проблема. Ну а мы все-таки давайте с вами разложим эту психологию, так как она на самом деле не имеет места быть. Ну то есть вы переживаете ровным счетом на ровном месте. Это абсолютный факт. Поэтому если вы любите этот канал, смотрите, но по каким-то причинам не подписались, самое время сделать это сейчас. Прожать лайк, поставить колокольчик, чтобы новые серии прилетали вовремя, а также налить чаек, кофеек, взять что-то повкуснее. Мы начинаем! Чтобы детально в этом разобраться, давайте покопаемся в основах, на чем же все-таки строятся ваши переживания. Очень часто начинающий диджей, то есть ты, кто сейчас меня смотрит, внимательный под запись в блокноте, я надеюсь на это, что-то для себя помечает, думает о том, чтобы на сцене выглядеть так же, как большие профессионалы, которые уже много лет в теме, пишут какие-то классные треки, их знает весь мир, в общем, у них все хорошо. Ну и чтобы быть честными, тут надо затронуть еще один маленький вопрос, без которого нам не раздуплить. Практически все, 99,9% известных артистов, на которых вы смотрите, изначально продюсеры, ну или изначально диджеи, потом продюсеры и потом известные люди, на которых вы засматриваетесь. Вы видите, что у них в руках какая-то техника, у кого-то это Pioneer, у кого-то Denon, у кого-то Allen Heat, у кого-то Native Instruments, и на каких-то фестивалях они играют при помощи каких-то крутых примочек. То есть вы видите бренд, и вам кажется, что если он играет, вот этот великий человек, именно на этой штуковине, то вот надо делать так же. Но ты, дружище, смотря эти классные видосы, забываешь учитывать один момент. Человек, который стал известным, начинает быть интересным конкретным компаниям, которые производят оборудование для диджея, для того, чтобы сделать его лицом своей рекламной кампании. Они платят известному человеку для того, чтобы он играл на их железках. Соответственно, это помогает поднимать продажи. И им плевать при этом на то, что начинающий диджей запутается и вообще отойдет от своего самого главного слова, которое должно нести его карьеру вперед. Это индивидуальность. Потому что именно индивидуальность является основой любого творческого продукта. Будь то книжки писать или фильмы снимать, или делать диджей-миксы. Следующий этап, мы идем в клуб, а клубы, смотря такие же видео, арт-директора, и с течением большого количества времени, большой пропаганды, ставят на свои диджей-столы вот ровно те же бренды, которые им навязала реклама или какой-то информационный шум. Конечно, как бы подразумевается, что мы должны приходить в клуб и на чем-то играть. И вот здесь второе заблуждение. Многие начинают предъявлять претензии. Ну, конечно, не прямо, типа, зачем мне вот это, я хочу играть вот с другого. Типа, что вот то, что стоит в клубах, это обязательно то, на чем надо играть. Нет. Клуб покупает диджей-оборудование с одной целью, чтобы экономить на его аренде, чтобы просто состав резидентов, который есть у клуба, играл на чем-то, если у них нет своего оборудования. Но давайте проведем параллель с музыкантами, которые вообще в принципе создают музыку и являются более прокачанными, скажем так, в сфере музыки, так как они умеют и знают больше, чем просто диджей, который сводит два трека, ну или три трека, или четыре.
То есть музыканты покупают свои гитары, синтезаторы, барабанные установки, и когда они выступают, они приносят все это с собой для того, чтобы выдать вот тот самый музыкальный формат. У хороших вокалистов всегда есть свои собственные микрофоны, или если это серьезный вокалист или певица, то она по райдеру заказывает какой-то конкретный. Это надо учитывать. То есть мир музыкального оборудования, он гигантский, просто он невероятно большой. Суть любого музыкального творчества — это в создании какой-то эклектики, нового звучания. То, что удивит и выделит вас среди других. То есть, когда вы, создавая музыкальные эксперименты, рождаете какое-то невероятное и новое. И вот тогда ваша карьера начинает двигаться вперед, в лучшую сторону. Вас в своих лайнапах хотят видеть интересные промоутеры, вы попадаете на фестивали, вас хотят видеть и слышать на радиостанциях, и в общем-то только тогда ваша карьера становится кому-то нужной, то есть развивается. Сейчас я хочу тебе помочь разобраться, на чем же все-таки можно играть в клубах, потому что тема о том, что в них стоит, она отдельная и большая. Для начала давай подумаем, какая твоя основная задача. Есть заведение. Кальянное, кафе, бар, маленький клуб, средний, большой, фестиваль, неважно. Есть задача. Создать настроение музыкой. Музыкальной коллекции, которую ты собрал на основе своего музыкального вкуса. Это основная задача диджея номер один, то есть через свою индивидуальность подобрать набор музыкальных треков, которые помогут людям очень круто отдохнуть или расслабиться. И вот это как раз и есть диджеинг. Вторая задача в диджеинге — это сыграть эту коллекцию так, как ты это видишь, то есть возможно, это совмещение большого количества треков в один, возможно, проигрывание друг за другом по очереди, первый, второй, третий, четвертый, неважно. Для людей абсолютно без разницы, с чего вы играете и как вы это делаете. Главное, чтобы была классная музыка, это все, что им нужно. Так вот, исходя из этого, допустим, то, что стоит в заведении, тебя может не устраивать, потому что у тебя дома нет такого сетапа для того, чтобы на нем круто отрепетировать свой музыкальный материал. То есть выучить все фишки, подготовить какую-то классную программу, так как есть такая крутая фраза «хорошая импровизация та, которая заранее отрепетирована». Соответственно, любой гитарист, который хочет создать какое-то классное настроение, играть гитарные рифы мощно, должен тренировать эти гитарные рифы дома или там в своем гараже, ну, в общем, там, где будет нормально музицировать. Отсюда простой вывод. У диджея, человека, который занимается музыкой, в своей собственной берлоге должен быть аппарат, на котором он будет тренироваться и на ура оттачивать все какие-то крутые, придуманные лично им фишки. Соответственно, мы должны выбрать какое-то железо, на чем нам играть. И вот тут мы подошли вплотную к теме этого видео. Большая часть людей считает, что нужно обязательно играть на стационарных комплектах, которые стоят в клубах, но они же там для чего-то стоят. Другая часть считает, что а зачем, если я могу прийти с тем, что у меня есть? И здесь как бы правы одни и вторые, потому что одним не нужно заморачиваться, они просто приносят свою музыкальную коллекцию. Например, если это какое-то чилаут-кафе или какая-то кальянная, или какой-то маленький бар, где не нужно прямо танцевать людей, а нужно создавать фоном настроение, то там вы просто играете треки друг за другом, потому как ваш музыкальный формат, там, например, джази, хаус, или диско, или дип, он, в принципе, не нуждается в какой-то сложной миксовке или вообще в каких-то заморочках. Соответственно, в зависимости от формата и в зависимости от задачи, мы и выбираем оборудование, на котором выступаем. Ну и давайте по порядку теперь разберем все-таки, к чему надо стремиться. Первое. Стремиться надо к тому, чтобы вы понимали основные принципы сведения. То есть, что есть треки, которые нужно синхронизировать, уметь работать с BPM, уметь работать с гармоническим сведением, выстраивать драматургию микса из своей коллекции, работать с динамикой. То, о чем я не буду уставать говорить никогда на этом канале, так как в этом есть залог и успех классного диджей-сета. Отсюда мой личный вам совет. Научитесь слушать музыку правильно, тренируйте чувство ритма, чувство слуха, чувство музыкальности. Например, на нашем про-курсе у нас этому учат
прямо с самых начальных занятий. То есть мы заставляем читать книжки, смотреть фильмы и правильно слушать музыку. Почти в каждом уроке первой половины профессионального курса мы даем домашние задания именно на развитие чувства слуха, чувства ритма и музыкальности. И если у вас это появится и вы эти упражнения найдете, то вы сможете чувствовать себя комфортно на любой установке, потратив 10-15 минут на то, чтобы просто привыкнуть к запуску треков и привыкнуть к дизайну нового для себя устройства, с которым столкнулись впервые. Дальше, если ваш микс не является каким-то сложным, вам не нужны какие-то очень серьезные заморочки, по примеру, автопетли, горячие точки, у вас очень сложный микс в несколько каналов, то вам и не нужно какое-то особое устройство. И поэтому вы можете прийти играть на том, что стоит в заведении. Здесь нет никакой разницы. Это абсолютно не то, о чем вы должны задумываться. То есть вы можете просто спокойно играть, а дома репетировать на каком-то простом любом контроллере, просто составляя плейлисты для того, чтобы понимать, что вот моя коллекция, вот она у меня вся по рейтингам, по тональностям отсортирована, и прочее тегирование у вас в абсолютном порядке. Второй момент. Это когда мы уже хотим делать более сложный микс, когда у нас задача что-то интересное изобразить. Вы видите смысл в наложениях трека друг на друга, в эклектике, в игре 3-4 канала. Кстати, у нас на эту тему есть немало видео, можете посмотреть по ссылке в описании. Вы, если хотите развить свой какой-то интересный диджеинг, вот тогда вам нужно свое устройство, которое будет отвечать определенным стандартам. И вот тут мы подходим к следующему фактору, который надо учитывать. Это качество. Как правило, то, что стоит в клубах, это флагманские комплекты компании Pioneer или Denon. Звук в заведении под этот комплект уже хорошо отстроен. Все, что вам нужно, это принести свои аудиофайлы, вставить флешку и начать играть. Но все-таки, еще раз, когда вы хотите играть со своего оборудования, и у вас свой сетап, контроллер или какой-то сложный гибридный лайф, как, например, в моем случае, то здесь вступают правила. Нужно проводить саундчек для того, чтобы отстроить звук заведения под ваше устройство, то есть прийти заранее, а также, чтобы ваше устройство отвечало качеству. И вот тут, как и в начальном ролике этого видео, давайте рассмотрим важный момент. Часто задаете вопрос, что же качественнее звучит, компьютер или компакт-диск, или USB-флешка, или пластинка. Здесь очень много факторов, это все не разобрать в одном видео, но можно поговорить об этом хотя бы вкратце. Вы должны понимать, что у музыки есть такое понятие, как сжатые форматы, а также динамический диапазон. В зависимости от класса устройства, часть этих важных параметров будет теряться. Соответственно, есть понятие. Большие форматы, lossless, и сжатые, это касается цифры. С аналогом все немножечко сложнее. Мы можем иметь как жесткие плюсы, так и жесткие минусы. И если сейчас очень коротко затронуть пластинки, то пластинка может быть плохо записана. Ваша виниловая вертушка или игла уже подушатана. Сама пластинка может быть заиграна. Фон может стоять в пластинке, если вертушки неправильно установлены. И вот этот вот динамический диапазон еще может зависеть от мастеринга, который был сделан на каждом конкретном треке. Поэтому, когда вы слышите фразу, что винил звучит лучше, чем цифровые источники, это настолько некорректно, так же, как и сказать ровно наоборот. Это все не так просто объяснить за одно короткое видео, но вы должны просто понимать, что пластинка может звучать как плохо, так и хорошо, цифровой файл может звучать как плохо, так и хорошо. А отсюда, почему вы должны это учитывать и немножечко хотя бы разбираться? Чтобы при выборе вашего устройства вы обращали внимание на то, что находится внутри него. Потому что изначально, если расценивать среднеразмерные контроллеры, такие как DDJ-1000 от Pioneer, или SX, или RX, то внутри контроллера уже находится один общий аудиотракт. То есть и контроллер, и то, что преобразует звук из цифры в аналог, находится на одной плате. Это упрощает задачу музыки извлекаться и звучать. Отсюда было масса экспериментов, когда DDJ-1000 звучал лучше, чем флагманский комплект Pioneer с DDJ-2000 Nexus. Конечно, все зависит еще от настройки звука в клубе и каждой конкретной ситуации, так как очень часто бывает, что звукотехники ленятся делать свою работу и каждое конкретное устройство каждого конкретного артиста настраивать. Это, к сожалению, нехорошо и реальности клубной жизни.
Хорошие звукотехники и команды по звуку попадаются только в очень классных местах или когда вечеринки организуются очень качественной промо-командой. Соответственно, вы должны сделать простой вывод. Все зависит от того, как вы подходите конкретно к своему сету. Если вы хотите играть на пластинках, то иглы и ваш винил должны быть в полном порядке. И вы должны заранее убедиться, что виниловая вертушка исправна, которая будет звучать ваши треки, то есть которая будет крутить ваши пластинки. А если вы хотите играть с цифры, вы должны быть уверены в том, что то, что стоит в клубе, отвечает требованиям. Например, у компании Pioneer хорошо звучат только флагманские комплекты. Все, что ниже CDJ 2000 или DJM 900, DJM 800, там какие-то другие пульты, например, DJM 700, это уже не будет хорошим звуком. То есть это будет звук такой же, как, например, у среднебюджетных и еще ниже классом контроллеров, то есть звуковая карта и весь аудиотракт там очень такого так себе качества. Если вы думаете, что если это стоят прямо деки и какой-то пульт, и оно такое большое, и оно сразу обязательно должно звучать, то нет, размер не имеет значения. Здесь это абсолютно работает. Имеет значение, что стоит внутри железа. Допустим, вы хотите играть с контроллера, и вот такой контроллер DDJ 400 будет недостаточно хорош для того, чтобы выступать с ним профессионально в клубах. Почему? Давайте объясню. Здесь есть выход. RCA-разъем. Многие заблуждаются, что RCA-разъем это какой-то плохой разъем. На больших и дорогих всяких AV-ресиверах, на очень серьезных звуковых картах очень часто он применяется. Просто для того, чтобы выступать в клубе, очень часто пригождается балансный разъем. А это не балансный. Балансные разъемы в основном у нас джеки и XLR. Это такие большие дырки, которые позволяют подключать толстые провода. Но на самом деле это, конечно, юмор. А по факту балансный разъем позволяет убрать лишние помехи. Также очень важно, и бывает, что люди такие говорят, трактор Control S2, хоть и маленький, но там оцифровщики стоят такие же, как на крутых концертных пультах. Возможно. Но оцифровали мы звук внутри устройства. А дальше-то что? Дальше у нас включаются другие всякие штуковины, которые находятся внутри вот этого девайса. Ну или любого другого. И самое главное, что там должны быть хорошие предусилители, то, что выводит ваш сигнал в разъемы. И когда вот эти разъемы большие, то платы и прочие штуки, в общем, как бы рассчитаны на то, что это будет звучать где-то, где есть какой-то ощутимый звук. Вот именно этим отличаются контроллеры бюджетной линейки от тех, которые можно с собой брать, выступать в заведение. То есть здесь слабый звук, я про это говорил не раз. Для того, чтобы из него выжать какой-то помощнее, вы должны подключить внешнюю аудиокарту, например, RME Babyface Pro. Чем это будет полезно? Тем, что вы в рюкзак положите удобный для вас контроллер, например, который также работает от Record Box, а карта поможет хорошо звучать, но эта карта должна закрывать все каналы, все входы и выходы, чтобы и предпрослушка на наушники, и все каналы и выходы работали корректно. Поэтому малобюджетные контроллеры не подходят для того, чтобы на них выступать на хороших площадках или зарабатывать деньги. Очень часто диджеи, есть такое мнение, говорят, да какая нафиг разница, люди не слышат музыку, не слышат разницу между MP3 и Wave. Нет, они ее не слышат, вы абсолютно правы. Особенно ты, кто разбирается в звуке и давно уже добился результатов в карьере или в музыке в целом. А музыку мы не только слышим, мы ее еще и чувствуем телом, волосками, диафрагмой, которая помогает нам почувствовать, что такое бас или какой-то определенный тон. Ого! То есть то, что мы можем ощущать не только смотря на диджейскую сцену, но и даже находясь где-то в зале, потому что есть атмосфера звучания, есть то, что идет общей звуковой волной. Так вот, как раз маленькие контроллеры и их слабые звуковые интерфейсы не обеспечивают вот этот полный спектр нужных нам частот. А если мы попытаемся их усилить их же родным усилителем, то мы получим просто усиление шумов. То есть вместе с увеличением громкости увеличатся и артефакты, которые нам точно в миксе не нужны.
Дальше надо понимать, как я уже сказал, что размер контроллера не имеет никакого значения. Бывают маленькие контроллеры, способные давать хороший или там средний неплохой звук. Например, Allen Heat Xzone K2. Вот этот малыш может обеспечить вам игру в 4 канала со средним звуком классом выше, чем DJ 400. Ну, во-первых, потому что это Allen Heat, во-вторых, потому что все-таки аудиоинтерфейс тут неплохой. Хотя здесь точно так же RCA, то есть тут нету XLR. Но это уже будет классом повыше. Вы должны понимать, что есть еще контроллеры, например, Denon DJ Prime Go, который вот в таком компактном размере имеет все нужные балансные разъемы, необходимые для подключения в большие системы. То есть хорошая звуковая карта и хорошее предусиление для того, чтобы вы выдали качественный звук. Ну и чтобы было немножечко понятно, давай разберем хотя бы основные моменты по аналогу и цифре, потому что очень часто вы задаете эти вопросы тоже. У нас есть дека, которая чаще всего в виде флагмана Pioneer или Denon может отдавать сигнал как по аналогу, так и по цифре. Чаще всего это происходит, конечно же, через тюльпаны. И существуют специальные цифровые тюльпаны, как вот эти, например. Это провода D+, они очень качественные, но и стоят, соответственно. А есть провода немножечко попроще, как, например, вот эти. Отсюда, если у вас стоит цифровая дека, такая как Denon или Pioneer, там есть цифровой выход, и у вас есть на пульте цифровой вход, то вам нужно обязательно использовать цифровой провод для того, чтобы подключить цифровой источник к цифровому пульту. Тогда у вас будет все хорошо. Это более правильное подключение конкретно цифровой деки. Ваши контроллеры, которые вы подключаете чаще всего через RCA, такие же, как и вот эти проводки, вы можете использовать просто качественные провода, и когда мы говорим о бюджетных контроллерах, там кроме RCA ничего нет. Но если мы говорим про хорошие контроллеры, там есть XLR или большие джеки, то постарайтесь собрать себе провода, как я уже говорил в одном из своих выпусков, которые смогут подключить вас либо правильно в диджейский пульт и желательно в разъем insert, либо вы должны его подключить в отдельную линию на звукорежиссерский пульт. Такое подключение будет более правильным. Но в наших реальностях у нас, конечно же, чаще всего есть возможность подключить именно в диджейский. Тогда используйте просто провода получше и хорошую стойку, чтобы это смотрелось презентабельно. Вы должны также знать, что у виниловой вертушки, кроме обычного тюльпана, есть еще и провод заземления, который соединяется с пультом для того, чтобы не было фона. Подключается этот провод в отдельный разъем виниловой вертушки, в специальный болтик, который закручивается крепко, надо затянуть его хорошо, чтобы был контакт очень сильный. Второй подключается в пульт точно так же, то есть хорошо затягивается. Сколько виниловых вертушек вы используете, столько проводов заземления от каждой должно быть к пульту. Это нужно для того, чтобы не было фона. Эти проводки можно заменять любыми другими, но просто изучите эту тему получше, если вы собираетесь играть на пластинках или вообще не понимали, для чего нужен вот такой вот тонюсенький проводок. Звуковой сигнал от виниловой вертушки очень сильно отличается от цифрового, который идет от обычной деки, мультимедийной, играющей цифровые файлы. И поэтому существуют пульты, которые могут быть как с цифровыми источниками сигнала, так и без них. А когда мы говорим еще раз о бюджетных контроллерах, то здесь все слишком просто. И для каких-то маленьких домашних вечеринок это подойдет, для изучения, для тренировок, для обучения, например, у нас в школе или где-то еще. Этого более чем достаточно. Такой контроллер закрывает вопросы, ну, скажем так, вашей подготовки. Вы можете настраивать плейлисты, подбирать музыку, тренироваться, делать какие-то эксперименты. Этого более чем достаточно. Это если вам нужно в 2 канала. Если вы хотите использовать 4, но не хотите тратить много денег, то есть такие контроллеры, как Pioneer FLX6 или Traktor Control S3, которые не потребуют от вас большого бюджета, но дадут возможность поэкспериментировать с 3 или 4 каналами. Xzone K2 — это контроллер небольшой, но профессиональный, то есть это среднего уровня звук, и он может закрыть ряд вопросов. Ну, например, есть практически ему в размер другой контроллер. Опа, смотрите, какой интересный. Это контроллер уже бюджетного уровня, это даже, я бы сказал, детская игрушка. Здесь, конечно, RCA, который вы воткнете в ваш пульт,
и прочее. Многие диджеи думают, что вот этого будет достаточно для того, чтобы поиграть на этом, ну прямо поиграть. Нет, недостаточно. Это контроллер для того, чтобы просто прикоснуться к диджеингу. Это вы можете купить своему 6-летнему-12-летнему ребенку, который вдруг решил попробовать себя в роли диджея. То есть, ну просто взял, такой: папа, хочу быть диджеем, купи мне что-нибудь. И существует ряд таких вот недорогих контроллеров, которые помогут прикоснуться к миру диджеинга. Здесь есть управление частотами, общие уровни громкости, кроссфейдер, чтобы почувствовать себя скретч-диджеем, джоги, которые помогут как бы даже имитировать фики-фики пластинку. Ну и, в общем-то, это не то, на чем стоит заострять внимание, если вы реально думаете о выступлениях. Ну и теперь давайте подведем итог этого видео, суммируем все, что я вам тут наговорил. Первое. Вы должны понимать, что, занимаясь музыкой, как я уже говорю неоднократно в своих видео, вы должны обращать внимание на слово «качество». В случае, если бы вы были художником, вы бы обращали внимание на качество красок. Когда мы занимаемся музыкой, качество отражается в звучании, то есть звук — это номер один. Ваша задача, то есть когда вы идете играть в клуб на флагманском комплекте, будет хороший звук. Если вы хотите играть на своем контроллере, побеспокойтесь о том, чтобы он у вас был хотя бы от средней бюджетной линейки и выше. Потому что есть такие контроллеры, как Pioneer DDJ SZ и DDJ RZ или Denon DJ Prime 4, изначально дающие крутое качество. Это флагманы, это большие такие серьезные машины, которые не так-то просто и таскать, но они дают много функционала, потому что это будет стандартом вашего выступления. Вы репетируете дома, а потом идете в клуб и играете точно так же, как вы отрепетировали. Все фишки, кнопки вам понятны, находятся всегда на тех же местах. В этом основной большой жирный плюс игры на своем оборудовании. Если вы хотите играть на том, что стоит в клубе, то пожалуйста, но вы должны быть готовы к тому, что в клубе будут стоять и CDJ 900, которые хуже звучат, и CDJ 2000 в разной кондиции, то есть они могут быть убиты, полуубиты, недобиты, и только иногда будет попадаться классный рабочий экземпляр. Не надо тешить себя надеждой, что если вы видите какой-то бренд на экране в руках у звезды, то он обязательно будет надежный. Ломаться может вся техника, брак может попадаться везде. Ушатать можно все, что угодно. И еще один из минусов, как правило, в клубах оборудование ушатано, так как резиденты не считают нужным беспокоиться о нем так же, как о своем, а звукотехника обычно ковыряется в носу, бухает или где-то зависает на складе с женщинами, потому что ему так прикольнее проводить место в клубе. Если же вы все-таки карьерист, который хочет добиться результата в диджеинге, то переживать о своем оборудовании, о своей коллекции точно стоит. И второе, что у вас должно быть в голове после переживания за качество звука, это качество вашей музыкальной коллекции. Если она у вас разобрана идеально, тегирование простроено верно, если вы разбираетесь в динамике драматургии, как студенты нашей школы, то вы будете всегда играть на любом оборудовании качественно. Вы также должны очень четко прокачать в себе чувство ритма, музыкальности, ощущение музыкальных фраз и все, в принципе, из чего состоит музыка, чтобы понимать в ней немножечко больше, чем диджей, который просто сводит два трека. Для каждого из вас должна быть простая истина, что абсолютно не важно, с чего вы играете, с USB, с CD, с пластинок или с компьютера. Если это звучит хорошо, а это может звучать хорошо во всех случаях, то вы будете в порядке. То есть если у вас аудиокарта и ваши настройки, и то, как вы относитесь к своей библиотеке, идеально разобраны и изучены, то ваш микс всегда будет хорошим. Отсюда ответ на вопрос этого видео. С чего же все-таки играть диджею? Да с чего угодно, хоть на батарее с ложкой. Если в итоге вы создаете классный музыкальный продукт, который нравится людям, потому что они приходят получать атмосферу, они приходят кайфануть, они приходят не позалипать на то, что делает диджей. Поэтому, дружище, если ты заморачиваешься, на чем играть, я надеюсь, что из этого видео ты извлек вот эти вот важные уроки, что звезды, которые играют на железе, чаще всего проплачены, и им без разницы вообще, на чем играть свои треки, что
Известные люди, которые стали известными, стали ими благодаря написанию своей музыки, а диджеи — это те, кто создает атмосферу посредством музыкальной коллекции на основе личного музыкального вкуса. То есть это вы, коллекционеры. И для того, чтобы стать крутыми коллекционерами и крутыми создателями невероятной атмосферы, нужно просто переживать за качество. И абсолютно любой цифровой или аналоговый музыкальный источник, будь то флешка или винил, могут звучать как плохо, так и хорошо. Это все зависит только от ваших рук и как вы изучаете тему звука. Мой личный совет. Для того, чтобы быть хорошим диджеем, не останавливайте свои знания только на поиске музыкальных треков. Изучайте звук, его физику, изучайте, как музыка пишется, как она играется музыкантами. Посещайте концерты классных артистов, которые добились больших результатов в том формате, который вы любите. Вы будете проникаться атмосферой, будете видеть, как выглядит концерт, как звучит музыка и состоит из разных музыкальных инструментов, слоев, для того, чтобы более правильно ее воспринимать, когда вы стоите за диджейским пультом. Потому что чаще всего основной ошибкой диджея является желание стать крутым, таким мощным, ну для того, чтобы прокачать, разорвать, разнести весь зал. Но это не та задача, с которой вы должны вставать на сцену, поднимаясь на одну ступеньку выше, чем те, кто пришел отдыхать. Вы должны отдыхать вместе с людьми. Вы должны желать создать уникальную атмосферу, которая будет качественно звучать. И что вы при этом используете, не имеет абсолютно никакой разницы. Я надеюсь, эта информация была тебе полезна. Поэтому, если ты еще не подписан, сделай это прямо сейчас, прожми лайк, поставь колокольчик, чтобы новые серии прилетали вовремя, и напиши в комментариях обязательно, что бы ты хотел узнать еще, что могло бы поднять твой личный профессиональный уровень. Я думаю, что у каждого из вас, кто посмотрел это видео, есть свои личные вопросы. Напишите, не стесняйтесь. С вами был Тага на канале Школы про стерео. Увидимся на вечеринках и в следующих выпусках. Ну и давайте все-таки ответим на... Раз, два. Раз. Раз, два, три. Ну и давайте все-таки ответим на вопрос, с чего же нам играть. Раз, два, три. Это играйте с чего хотите. У меня, сука, капец, у всех такая проблема. Ну и давайте ответим на вопрос, с чего же все-таки играть. Да играйте, блядь, с чего хотите, лишь бы музон был нормальный.